Блез Паскаль, французский математик, механик, физик, литератор, философ и теолог. Классик французской литературы. Желать и не иметь возможности, значит быть несчастным. Развлечение забавляет нас, и мы, не замечая этого, спешим к смерти. Человек не ангел и не животное. Беда в том, что желая стать ангелом, он становится животным. Случайные открытия совершают только подготовленные умы. Только кончая задуманное сочинение, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать. Прошлое и настоящее – наши средства, только будущее – наша цель. Люди ищут удовольствие, бросаясь из стороны в сторону, только потому что чувствуют пустоту своей жизни, но не чувствуют еще пустоты той новой потехи, которая их притягивает. Нехорошо быть слишком свободным, нехорошо ни в чем не знать нужды. Справедливость без силы, одна немощь, сила без справедливости, тиран. Для человека, который любит только себя, самое нетерпимое оставаться наедине с собой. Общественное мнение правит людьми. Людей учат чему угодно, только не порядочности, между тем всего более они стараются блеснуть порядочностью, а не ученостью, то есть как раз тем, чему их никогда не обучали. Мы должны благодарить тех, которые указывают на наши недостатки. Самая большая привилегия, которая дана человеку свыше, быть причиной добрых перемен в чьей-то жизни. Мы никогда не живем настоящим, все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Случай – это псевдоним, под которым Бог действует в мире. Чем больше человек умнее и добрее, тем более добра он замечает в людях. Человек – не что иное, как тростник, очень слабый по природе, но этот тростник мыслит, все наше достоинство состоит в мысли. В этом отношении мы должны возвышать себя, а не в отношении к пространству и времени, которые мы не сумели бы наполнить. Постараемся же научиться хорошо мыслить, вот принцип нравственности. Хотите, чтобы о вас хорошо говорили, сами не говорите о себе хорошо. Наши ощущения – самая полезная книга в мире, именно ее нужно листать, как можно чаще. Трагедия не в том, что мы стареем.
Трагедия в том, что мы остаемся молодыми. Чем умнее человек, тем больше своей обычности он находит в каждом, с кем общается. Для человека заурядного, все люди на одно лицо. Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают. Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит через дверь страданий. У сердца есть свой разум, который нашему разуму неизвестен. Будучи бытием кратковременным, мы не способны охватить бесконечность. Давайте человеку каждое утро деньги, которые он может ежедневно выигрывать, но с условием, чтобы он не играл совсем, и вы сделаете его несчастным. Человек – это сплошное притворство, ложь, лицемерие не только перед другими, но и перед собой. Он не желает слышать правду о себе, избегает говорить ее другим. И эти наклонности, противные разуму и справедливости, глубоко укоренились в его сердце. Если вы верите в нечто, а его нет, то вы ничего не теряете. Но если вы не верите, а оно есть, то вы теряете все. Когда бы каждому стало известно все, что о нем говорят ближние, я убежден, на свете не осталось бы и четырех искренних друзей. Подтверждение этому – ссоры, вызванные случайным, неосторожным словом. Человек творит зло с особенным размахом и удовольствием, когда уверен, что поступает согласно велению совести. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащим, пренебрегая тем единственным, которое нам дано. С какой легкостью и самодовольствием злодействует человек, когда он верит, что творит благое дело. Будем бояться смерти не в час опасности, а когда нам ничего не грозит, пусть человек до конца останется человеком. Истина и справедливость – точки столь малые, что, метя в них нашими грубыми инструментами, мы почти всегда даем промах, а если и попадаем в точку, то размазываем ее и при этом прикасаемся ко всему, чем она окружена, к неправде куда чаще, чем к правде. Жизнь – это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Кто не любит истину, тот отворачивается от нее под предлогом, что она оспорима. Мир – это сфера, центр которой повсюду, а окружности нет нигде. Нет несчастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличила его. Все наше достоинство – способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы – ничто. Постараемся же мыслить достойно,
В этом основа нравственности. Кто входит в дом счастья через дверь удовольствий, тот обыкновенно выходит через дверь страданий. Шутка никогда не бывает похожа на истину, а истина бывает похожа на самую злую шутку. Ухо наше для лести, широко раскрытая дверь, для правды же, игольное ушко. Понятие справедливости также подвержено моде, как женские украшения. Реки – это дороги, которые сами движутся и нас несут туда, куда мы держим путь. Говорите, как все, но думайте по-своему. Стоит расположить уже известные мысли в ином порядке, и получится новое сочинение, равно как одни и те же, но по-другому расположенные слова образуют новые мысли. Влюбленным, чтобы общаться друг с другом, не нужны слова. Любовь – это музыка, которую слушают вечность. Красноречие – это живописное изображение мысли. Если, выразив мысль, оратор добавляет к ней еще какие-то черточки, он создает не портрет, а картину. Эгоизм ненавистен, и те, которые не подавляют его, а только прикрывают, всегда достойны ненависти. Суть человеческого естества в движении. Полный покой означает смерть. Нашему уму свойственно верить, а воле – хотеть. И если у них нет достойных предметов для веры и желания, они устремляются к недостойным. Блез Паскаль. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.